Одной из важных проблем ветеринарии является вирус африканской чумы свиней, так называемый АЧС. Это особо опасная высококонтагиозная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. При поражении этой вирусной болезни у животных имеется практически 100% летальность. Вирус может передаться с продуктами убоя больных свиней, инфицированными кормами, водой, необезвреженными пищевыми и боинскими отходами, а также загрязненной подстилкой. Переносчиками могут быть кровососущие насекомые, клещи, а также обслуживающий персонал. Такой вирус, который сильно изменчив, и поэтому не удается создать к нему вакцину на основе нативного вируса, то есть естественного вируса. Создание вакцины занимается очень много лабораторий в мире, на самом деле. Это очень большая проблема для животноводства. Пораженные свиньи уничтожаются целиком. Хозяйства должны выделить средства для обеззараживания свинарников, где содержали животные. Это большие экономические потери. Сейчас ученые всего мира рассматривают возможность создания вакцины против африканской чумы свиней на основе различных вирусных векторов. Так, Казанским федеральным университетом был выбран аденоассоциированный вирусный вектор, который обладает низкой иммуногенностью. Животным намного легче будет перенести вакцинацию. Именно это позволит добиться наиболее эффективного результата. Африканская чума свиней – это особо опасная инфекция, и с ней разрешено работать не во всех институтах. Поэтому были проблемы, видимо, с созданием вакцины. Но в нашей лаборатории мы занимаемся созданием вакцины против африканской чумы свиней на основе отдельных генов, взятых из генома этого вируса. То есть мы не используем вирус целиком. Наша вирусная конструкция на основе аденоассоциированного вируса содержит наиболее консервативные последовательности белков, которые имеются практически в неизмененном виде у всех 11 или 12 штаммов африканской чумы свиней. На данный момент ученым Казанского федерального университета уже удалось наработать некоторое количество генетического препарата, который содержит гены наиболее иммуногенных белков африканской чумы свиней. Были проведены лабораторные исследования, которые показали, что полученный препарат поражает стволовые клетки свиньи, не вызывая токсического эффекта и способен синтезировать необходимые для исследования белки. На следующем этапе будут проводиться исследования на лабораторных животных. Затем планируется выход на целевую группу животных, то есть на свиней. Время разработки займет около 3 лет. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.